Жители села Балбал ждали завершения строительства этой школы 8 лет. Многие не верили, что долгострой когда-нибудь ведут в эксплуатацию. Но в этом году контроль над соцобъектами со стороны властей усилился, и учебное заведение было достроено. Мы благодарим президента, по поручению которого наконец-то была достроена эта школа. Мы ждали этого многие годы. Спасибо и строительной компании, которая справилась с работой. Мы очень рады школе, как будто купили новый дом. Школа рассчитана на 192 ученических места. Дети будут учиться в комфортных условиях за новыми партами. Смогут заниматься в просторном спортзале и обедать в чистой столовой. Актовый зал тоже предусмотрен. Школа понравилась всем без исключения. Мы благодарим правительство и Министерство образования за ее строительство. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы наша школа развивалась. Эту школу начали строить еще в 2015 году, но работы постоянно откладывались из-за нехватки финансирования. В этом году проблему решили кардинально и выделили необходимые средства из госбюджета. Сметная стоимость проекта составляла более 88 миллионов сомов. По факту на строительство было затрачено 76 миллионов 580 тысяч сомов. Школа завершена полностью. До строительства новой школы детям приходилось учиться в 3 смены в старом одноэтажном здании. Оно было построено методом Ашара 35 лет назад. Мадина Низамова, Кайнар Урмонов и Ниат Эргешева, ЛТР, Таласская область.